Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. На радость детям в Бобруйске обновили дворик Сокольники. Наш город с каждым днем становится все лучше и лучше. Кто постарался? Сигнал СОС. В Бобруйске горела квартира на Семенова. Спасатели справились с данным возгоранием. Все ли живы? Лето с пользой. В стране продолжается третий трудовой семестр. 3 отряда у нас работают на республиканских проектах. Какие задачи выполняют бойцы? А также валютное соотношение, межэпидемический период и новый лидер. Джили обгоняет Лады по продажам. Сколько продано машин белорусской сборки? Заветный балл. В Беларуси стартовала выдача сертификатов по итогам ЦТ. Забрать их можно в месте проведения испытания. При себе абитуриент должен иметь документ, удостоверяющий личность, а также об образовании, пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Лидером по количеству 100-бальных результатов стала математика. Абитуриенты, пропустившие основной этап по уважительной причине, сдают экзамены в резервные дни. Впереди еще 16 число. Выдавать сертификаты по этим тестам начнут с 21 июля. А подавать документы в вузы можно уже в понедельник. Слово, в Бобруйске максимальный балл набрали 3 человека по биологии, французскому языку и всемирной истории. Рев сирен. В многоэтажке на Семенова горела квартира. Сигнал СОС подали соседи. В 9 утра расчеты отправились на вызов. Еще до прибытия спасателей жильцы самостоятельно эвакуировались. Но матери и двум детям понадобилась помощь медиков. Они, еще один ребенок из соседней квартиры, который дома находился без взрослых, были госпитализированы. Спасатели справились с данным возгоранием, не дали пламени распространиться далее на другие квартиры. В результате пожара повреждено некоторое имущество в квартиры, закопченные стены. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. Одна из версий – детская шалость с огнем. МЧС напоминает, правила безопасности – не просто сухая теория, а жизненно необходимая информация. Уборочная страда, белорусская сборка и школьный базар. В Беларуси в пятницу стартует продажа товаров к учебе, кто отвечает за качество. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Аграрии намерены собрать не менее 8 миллионов 700 тысяч тонн зерна в этом году. Это на 1,5 миллиона больше, чем в 2021. Продовольственная безопасность белорусов будет полностью обеспечена, подчеркнули в профильном ведомстве. Закрыт вопрос и с картофелем. В стране потребляют около 15-20% от выращенного урожая, остальное идет на экспорт. Раньше возникали сложности с гречихой. В этот раз намерены собрать хороший урожай и сформировать семенной запас, чтобы увеличивать посев. Нацбанк уменьшил долю евро в корзине валют с 20 до 10%. Также туда добавили юань. Официальный курс будут устанавливать по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже. Соотношение с 15 июля будет таким. Российские рубли 50 процентных пунктов, доллары США 30, европейские и китайские денежные единицы по 10. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике стабильна и не требует применения масочного режима. Сейчас медучреждения находятся в межэпидемическом периоде, который не требует введения каких-либо ограничений. При этом специалисты не исключают, что инфекцию белорусы могут привести и из других стран. Напомним, 13 июля ВОЗ призвала все государства вернуться к антиковидным мерам. Джили обгоняет Лада по продажам. Дилеры заметно потеснили с рынка своего ближайшего конкурента. Так, в июне было продано почти 1500 машин белорусской сборки. К слову, в первом летнем месяце продажи легковушек всех марок выросли в 2,5 раза по сравнению с маем. А почти каждый пятый новый автомобиль, проданный в стране в 2021-м, отечественного производства. Завтра в Беларуси стартует расширенная продажа товаров к новому учебному году. По стране будет работать более 400 базаров. В августе запланировано также проведение общегородских ярмарок. В магазинах выделены специальные уголки школьника. Форму белорусских производителей можно приобрести и в интернете. Стоимость одежды стартует от 70 рублей. Выбор широкий. Предприятия «Беллегпром» обновили линейку на 65%. Повод завести копилку. В Беларуси в самом разгаре третий трудовой семестр. В бобруйских студотрядах работают почти 450 человек. Сейчас в загородном лагере бойцы помогают по кухне. Готовят, разливают, накрывают на стол. Трудятся в мечте 12 ребят. О том, как накопить на мечту, расскажет Карина Гуревич. Говорят, от сессии до сессии живут студенты весело, но не все. Многие летним развлечениям предпочитают труд. Вот и Даниил Костенков решает подработать в Бобруйском загородном лагере. Сфера его обязанностей – кухня. Здесь учащийся торгово-экономического колледжа жарит котлеты, перемешивает суп, стоит на раздаче и разливает компот. Работается тут хорошо, работы много, удобно все. Место отдыха нам предоставляют. В свободное время вечером в лагере есть дискотеки.
После работы мы ходим на дискотеки, отдыхаем. Сервисный отряд «Мечты» – это 12 человек. Работа несложная, но ответственная. Ведь накормить и обслужить в обед нужно 600 человек. Приглашают отряды по мере накрытия на стол, чтобы еда не остывала. Всего же в расписании 5 приемов пищи в день. Работают очень хорошо, ответственные. Ребята очень хорошие, изъявили желание очень давно. Еще в мае месяце они нам помогали по уборке территории. Всего же в этом году в Бобруйске работают почти 450 бойцов. На Славянке, Таиме, ТДА, заводе крупнопанельного домостроения, поликлиниках и больницах. Союз молодежи поддерживает ребят на протяжении всего сезона. От соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. Приятные бонусы. Из зарплаты не вычитается подоходный налог, а на время трудоустройства иногородним предоставляется общежитие. Три отряда у нас работают на республиканских проектах. Это Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод. И вот буквально вчера ребята уехали на атомную электростанцию работать на благоустройстве территории атомной электростанции и города Островец. В 2022-м студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 35 тысяч. По итогам 2021-го средняя зарплата в республиканских проектах дошла до 1200 рублей. Традиционно она выше в строительной сфере. Для тех, кто желает трудиться, работа в Беларуси есть. И молодежь это знает. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Своими руками сотрудники Бобруйского центра стандартизации, метрологии и сертификации обновили дворик «Сокольники». Понадобилась краска, кисточки и большое желание сделать хорошее дело. Что-то обновили, где-то подкрасили. В итоге навели порядок на детской площадке, в народе именуемой «Московским двориком». Наш город с каждым днем становится все лучше и лучше, поэтому нам тоже захотелось принять участие, сделать подарок и для детей, и для жителей города Бобруйска, чтобы наши дети спокойно могли кататься в чистоте, в красоте. Маленькие горожане уже оценили косметический ремонт. На детской площадке всегда много ребят. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!